Первые жертвы тополиного пуха. Огнеборцы предупреждают, пух поджигать опасно, однако останавливает это не всех. Пострадать от подобных шалостей могут не только сами жители и строения, но и коммунальные службы. Антон Александров продолжит. 4 дня вода из трубы хлестала по улице Джамбула. От этого и местные жители возмущались, топило их дома, и коммунальщики недоумевали. Ремонтные работы на этом участке были совсем недавно. Что там могло произойти? По адресу Джамбула 167 в пожаре сгорела водопроводная линия, подающая воду по данному адресу. Водопроводная линия, подающая воду на этот дом, проходит в воздушном исполнении, так как в подземном исполнении нет возможности ее проложить. Во-первых, потому что фундамент дома очень старый. Во-вторых, в техническом подполье нет водопроводной разводки. В прежние годы Каргандысу предпринимала попытки завести водопровод в подземном исполнении или через чердак, однако жители согласия на эти работы не дали. Пластиковые трубы очень уязвимы, говорят в компании Каргандысу. Она хоть и не сгорает полностью, зато хорошо плавится. От этого в ней появляются отверстия, и холодная вода выбивается наружу. Вот сделали за какие-то 2-3 часа и все сделали. Вот. И не надо было эти 4 дней ждать, что воды столько убежало, целая река бежала на 500 метров. Добиваться устранения утечки жителям пришлось очень непросто. Звонки по инстанциям, возмущение и преодоление многочисленных порогов различных структур. Все из-за того, что в укромном месте собралось много пуха. Здесь был вот этот тополинный пух. Неизвестно, кто тут, что тут подожгли. Мы выбежали, кто с чем, с ведрами, с бутылками, давай тушить. Никак не могли потушить этот огонь. Естественно, там рубероид весь начал гореть. Железный трубопровод, проходящий рядом, хоть и деформировался, однако течь не дал. Пластиковую трубу компания «Карагандысу» уже заменила. Что от поджога пострадают жители вместе с коммунальщиками, никто и не думал. Это первый случай, говорят в компании «Карагандысу». 12 июня бригада центрального цеха водоснабжения работает на замене данной водопроводной линии по адресу Джамбула 167. Протяженностью 10 метров, диаметр труб 63 миллиметра, труба пластиковая. Предприятие, конечно, несет дополнительные затраты по восстановлению водоснабжения. Антон Александров, Жанадар Ахимжанов, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, 5 канал.